Приветствую вас на моем канале, меня зовут Алексей Журавлев. И в этом видео я хочу вам показать, какие автомобили ездят в Корее по дорогам. Сейчас в течение нескольких минут мы будем вести запись. И нас интересуют автомобили Grand Starex, а также Kia Carnival. Вот сразу же на повороте стоит Kia Carnival темно-серый. Grand Starex лимузин в новой морде. Jumbo такси проехал мимо. В качестве такси здесь в Корее очень часто используются автомобили Hyundai Sonata, также Kia K5, известная на российском рынке как Optima. Вот сверху стоят на перекрестке еще два карнивала белого цвета. Grand Starex. Sorento Prime, там вон дальше еще один карнивал, Starex, вот черный Grand Starex Urban 2WD, карнивал, серый Grand Starex проехал через перекресток. Черный карнивал, следом белый, еще раз те же два карнивала, которые стояли на светофоре. Санта-Фе новая проехала. Желтый Grand Starex с номером 119. К перекрестку подъехал еще один Kia Carnival. Белый Carnival. Вот мы сразу же видим Grand Starex скорая помощь. Проезжает перекресток. Черный карнивал. Grand Starex. Сразу же два Старекса. Один проехал. И вот этот серый. Очень часто в Корее попадаются мотоциклы, грузовое такси. Вот к перекрестку подъехал еще один черный карнивал. Он стоит сразу же следом за черным Grand Starex. Белый карнивал подъезжает к перекрестку. И сразу же следом проезжает еще один карнивал. Вверх мы пропустили карнивал в комплектации лимузин. Проехал. Карнивал, Starex. Черный карнивал. Hyundai Avanta полицейская. Сразу же еще два Grand Starex.
И вот Grand Starex 18 модельного года, джумбо такси черный. Серый карнивал проехал. Такие автобусы ездят в аэропорт Инчон. Тоже в комплектации Юнгин называются. И у них вместо 4 сидений в ряду их 3. Карнивал, Starex. На дорогах даже попадаются старые Starex'ы. Starex в новой морде, 18 год. Белый карнивал. Черный карнивал. Еще раз Grand Starex лимузин такси. Проезжает мимо нас. Черный карнивал. Там он вверх поднимается Toyota Sienna темно-серого цвета. Вот проезжает Toyota Sienna, уже обновленная 18 года. Еще один карнивал. Starex. Еще один Starex. Карнивал. Карнивал. Черный карнивал. Там за перекрестком стоит белый. Карнивал, Starex. Сейчас будет поворачивать еще один темно-серый карнивал. Starex. Вот белый автомобиль проезжает, Hyundai Ioniq, полностью электрический. Карнивал. 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 Там вот проехал белый карнивал. Starex за автобусом. Карнивал. Белый проехал карнивал. Серый карнивал. Белый. В горку поднимается черный Grand Starex. Grand Starex. Thank you.
Парокс. Карнивал. Новая Санта-Фе. Белый карнивал. На перекрестке стоит за Поттером тоже карнивал. Вот поехал такой ретро-автомобиль, седан корейский. Карнивал. Пропустили Старекс. На перекрестке стоит еще один карнивал. Как вы обратили внимание, здесь на дорогах в Корее совершенно нет таких популярных в России машин, как Kia Rio, Hyundai Solaris. Здесь они есть, конечно, но попадаются очень редко и называются Kia не Rio, а Kia K2, а Solaris называется Accent. Вот еще один карнивал 2018 года. Отличается тем, что у него другие противотуманные фары. Там пропустили карнивал белый. Grand Starex. Еще карнивал. Карнивал. Вот к перекрестку подъезжает Grand Starex 18 года модельного. Мимо Grand Starex, Grand Starex. За ним на перекрестке стоит карнивал. Вот через перекресток проезжает Grand Starex. Сразу же карнивал. Карнивал, Grand Starex новой морги. Сразу же еще два Grand Starex, новый морги белый, черный, Сиена. Шевроле Орландо, которых также много в России, Grand Starex. Grand Starex. И
несколько карнивалов уже скопилось на перекрестке. Сейчас они будут проезжать мимо нас. Гранд Старекс. Карнивал. Гранд Старекс с новой морги. Карнивал. Вот еще карнивал. 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 За ней Сиена. Здесь на перекрестке карнивал начал движение. Гранд Старекс грузовой в новой морде. Гранд Старекс. Карнивал. Наверх заезжает белый. Ну, на этом, наверное, достаточно. Вот видите, сразу же три Дамаса проехало. Это маленькие машинки, газовые, 1 литр объем. И очень часто здесь используются в курьерских перевозках. Я не могу остановиться, мимо продолжают ездить Гранд Старексы, карнивалы. Таким образом, мы увидели, что Kia Carnival, а также Hyundai Grand Starex, очень популярные автомобили здесь, в Корее. Эти автомобили мы предлагаем для отправки в Россию, также в другие страны. Надеюсь, видео было для вас полезным. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и задавайте свои вопросы. Напомню, наш сайт koreablizko.ru. Спасибо, что досмотрели до конца. С вами был Алексей Журавлев. До новых встреч!